Неожиданное произошло, когда этот раненый браконьерами слон вышел к врачам, чтобы попросить их о помощи. Охотники ранили его в голову, и если бы пуля вошла на несколько сантиметров глубже, то бедное животное погибло бы. Врачи, потрясенные увиденным, не могли остаться равнодушными. С помощью дротика с транквилизатором они усыпили слона. Операция по извлечению пули прошла успешно. Сильно уставший слон уснул, прислонившись к дереву. Теперь его жизни ничего не угрожает. Подписывайтесь, если вас тронула эта история.